have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами Фернхангер, термина, какая неожиданность, я вообще не собирался отсюда начинать, но я случайно шел, я вообще начал там зачищать и всякое такое, да, пушит, пошел в левую сторону, как я изначально и думал, меня один раз толпа убила, потом я подумал, что ну его как бы нафиг, наверное, я не буду больше нарываться на толпу, схожу просто немножечко полутаюсь. И случайным образом опять зашел в этот дом, меня тут опять заперли, но на этот раз я уже думаю, раз уж я здесь, поисследую немножечко, вот как вы видите, и лошадь пихаю. Окей. Сам я сюда пока что не пойду. Я, кстати, уже с одним соседом сразился. На этот раз мне повезло гораздо больше. Во-первых, у меня больше firepower, что называется. А во-вторых, как-то он меня не бил практически. Ну, один разочек там шлепнул такой. Так, хорошо. Нет. То, что слабее, это... Вообще тут, кстати, голод по-разному в разных локациях работает. Это я осознал, а вычислить как и где я пока что еще не осознал. Хорошо, в общем, комнаты, которые нам вначале сказали, это 6, 9, 11 и 13. Там внизу есть стиральная машинка. И самое интересное, там сказано, что там... код на 4 цифры, на 4 цифры, но ты открываешь, и там 6 цифр, я такой, ну, правильно, 11 и 13, это 2 цифры, ввел этот код, она не среагировала, потом я подумал, что нужно посетить эти комнаты, значит, в 6 я был, это у нас 9 комната, кстати, сколько здесь, давайте посчитаем, сколько здесь кубиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Допустим, в 9 комнате 11 кубиков. В 4 комнате из того, что можно было посчитать, я насчитал 4 гитары. Я не знаю, вообще связано это или нет, но пока что придерживаемся такой логики. Я не знаю, зачем мне вниз падать. Нам нужно еще 11 и 13 комнаты. В 11 комнату я могу попасть? Да, могу. А здесь... Здесь можно посчитать ку... А чё так жутенько? А второй раз оно не качается. Давайте посчитаем куклы. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. В 11 комнате 22 куклы. Что-то в 13 комнате еще должно быть. И по этой логике его должно быть что-то... Что-то однозначно, ну, с одним значением. Так, 12-е. Да хватит, блин, вы тут обожрете сейчас абсолютно все. Едят. Ты посмотри, можно будет, кстати, что-нибудь приготовить. Похавать. Скоро и... Так, а в 13-й? Я не знаю, что тут считать. Тут есть две табуретки. Коробки считать? Мне кажется, их слишком много. Но давайте я посчитаю секундочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сбился. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Если коробок 20, возможно, можно будет, как если это то, две табуретки... А я не знаю, чего еще. То есть, мне нужно, чтобы там было 6 чисел. Если я правильно посчитал, 4 гитары, 11... Чего там было? 11 клеток, 22 куклы и 2 табуретки. Тут соседа, кстати, не будет, наверное. Это, видимо, это один и тот же, который ходил за нами. Пойдем, проверим, насколько верна моя теория. И, ну, то есть, я так понимаю, что в этом заключается, в подборе кода. Если я что-то забыл, пропустил, то я потом... А, я ж не упал, кстати. А давайте сходим, сейчас упадем. Интересно, что там. Я же не зря эту штуку проламывал.
блин, ходим туда-сюда, они все опять жрать хотят, я опять хожу. Нормально, тратим время с умом, с толком, с расстановочкой. Да, видимо, сосед был тут только один. Я его аккуратненько пришиб, спилил ему голову. Стараюсь голову пилить абсолютно всем. Итак, прогнившие балки, статуя про... Так, давайте инвестигировать сначала. Там темно. Там темно, но судя по чертам проступающим, должна быть такая же комната, как и здесь. Ну давайте, go down. Сходим, drop down. Ёпарасоте. Док! Док, Карл! Это же док! Так, это знак на полу. Знаете, что он значит? Я слабее от голода, отлично. А что ты здесь делаешь? Я шел по следу. След привел меня в этот дом, к этому знаку. Я этот знак видел только один раз в своей жизни. Но я не знаю, что он... Что он себе представляет. Так... Я рассмотрел документы, с которыми тут работал человек. Большая часть была бесполезна, но кое-что я все-таки понял. Он подготовил ритуал для старых богов. Как и этот знак, это также этот ритуал, только для одной вещи, которую я раньше знал, видел. Но я не знаю, что все это значит. Так, блин, не мешайте мне сейчас. Где ты его раньше видел? Может быть, этот ритуал с источником хаоса в городе? Не знаю, сомневаюсь. Я не тот человек, кто может это знать. Вообще обычно есть логический ответ. Мне нравится так думать. Но человеческий мозг не всегда следует логике. Так что кто знает. Нет смысла тут шариться. Я продолжу свое расследование. И кое-что узнаю больше об этом в другом месте. Позже увидимся. Я так понимаю, что... Черт. А я мог его тут пригласить в свою пати или нет? Надо было узнать, где он раньше это видел. Так, не то мне, пожалуйста, хавчик. В общем, ребят, почему я включил запись-то сейчас? Потому что, ну, по сути, это новый контент, мы этого не видели. Так, там книга на полу с еретическими писаниями. Дневник сумасшедшего. Кстати, я так нифига и не почитал. Он мне, кстати, дверь открыл, да? Да. Хорошо, мы нашли Дока. Интересно, он мог тут... Кстати, да, ребят, извините, пожалуйста, я записываю эту серию. Я вообще, я же говорю, не собирался тут сейчас ничего записывать. Я ее записываю, потому что я зашел погулять, посмотреть. Я еще не до конца прочитал все ваши комменты. Вон, кстати, эти укулеле. Вон, кстати, сосед. Так что, скорее всего, где-то в перерыве я сейчас вот с этим разберусь. Серия будет не цельная, серия будет из отрывочков. В перерыве я еще немножечко почитаю то, что вы мне писали, и потом уже продолжим там по городу. Я просто сейчас включил, потому что это тайна этого дома, и мне интересно ее решить. Пока что мне кажется все логичным, разве что я не ожидал увидеть тут Дока. Да, я мог его, кстати, убить на месте. Возможно, это был мой шанс, и, возможно, он превратится потом во что-то пострашнее. Знаете что? Погодите. Я почитаю дневничок этого безумца. Так. Cross Puzzle Skin, Kaiser Skin, Skin. О, Diary of Madman. Большая часть — это неразборчивый каракуль или сумасшедшего, но к концу текст становится более разборчивым. Сны о луне.
Sign, знак. Пхивал. Ага, я понял. Дураки. Они знают, что их ждет. Луна не имеет для меня никакой ценности. But the mark of a trigger. The time has come and so has he. Пришло время и пришел он. Вы будете моими свидетелями. Я готов, мой господин. Я проходил через это кучу раз в мыслях, в голове. Первая кровь. Да хорош, блин, слабеть от голода. About the moon and stars, all the days end. Ага, первая кровь и концы дней. Так, вторая кровь. The foolish bright just moved in. Braggart, глупец, который только что приехал. Третья кровь. His bloodletting. Его марионетки. Так, а кто тут могут быть марионетки? Погоди. Будут свидетельствовать. Погоди, свидетельствовать. А это случайно не подсказка? Свидетельствовать. Та-та-та-та-та. Четвертая кровь и финальная жертва. Девушка, которая... не давала мне уснуть всю ночь. Sunbird that utters her last whimpers. To finish the ritual, I need time. The laundry room works as a... Это прямая подсказка, погодите, мне сейчас нужно будет это перечитать. Works as a perfect hiding place for... Ага, то есть он закинул туда 4 головы, скорее всего, в стиральную машину, мне кажется, да? Поклянусь твоим именем, Господь... Мне страшно, круто. Так, дальше неразборчиво. Что у меня по психике? Все просто просели. У всех просто страшное состояние. Так, во-первых, черт, мне, наверное, надо что-то приготовить. Крафт. Погодите, а... Нет. А где... Я не купил рецепты. Погодите. Книга. Tell of Pocket Cat. Да-да-да, Skin Babe. Угу. Так, ребят, подождите тогда минуточку, пожалуйста. Алхимелия. Алхимелия. Давайте я сейчас вернусь. Ну, смотрите, там говорится про человека, который... только въехал, это коробки, марионетки, это куклы, чувак, который смотрел за звездами, это там, где стояла лошадь, и певчая птичка, это там, где гитары. Давайте пробовать 4 digits, видите, на 4 цифры, но код это я раньше вводил так, если мы введем 4, 11, 29, две коробки и две табуретки. Нет. А, погодите. Порядок. Комнаты 6, 9, 11, 13. Это же порядок, правильно? Или я чего-то неправильно посчитал? Сейчас, подождите, ребят. Пробуем еще раз. Во-первых, порядок комнат по телевизору и порядок комнат в письме, в дневнике разные. Я записал порядок комнат в дневнике. И также, мне кажется, я ошибся с подсчетом кукол. Там не 22, там 21. Сейчас попробуем. Также насчет музыкантки. Я не уверен, там 4 гитары и 1 патефон. Сейчас будем тестить и такой расклад. Значит, padlock на 4. Первый. Если мы берем звездочета, который первый, там будет 11 клеток вот этих. Потом 20... Погодите, а тогда не... А тогда мне не совпадает по количеству и 21... Значит, не может быть... Может, не коробки. Получается 11 звезд, 20... много кукол, много коробок. Но у меня тогда не влазит одна цифра. Что-то я зря сюда пришел, подождите еще. Короче, не знаю, ребят. Я сейчас стопудово буду загружаться, потому что я уже тут много еды потерял и все.
Насчет звезд, там точно, там 11 звезд. Насчет кукол, там... Ну, давайте я еще, короче, это количество кукол изменю на 20, возможно, я опять ошибся. Да. Давайте так. Звезд 11, кукол я насчитал, ну, 21. В первый раз 22, но потом я насчитал 21. Не знаю, я, наверное, косой. А потом, насчет музыканта, музыкантки. Там 4 гитары, 1 граммофон. Это то, что по теме. А насчет чувака, который переехал, если брать количество коробок, то у нас получается число из, ну, двухцифровое. Оно нам не подходит. Нам нужно, чтобы было 6 цифр. Для этого нужно 2 двухчисловых, одно и 2 одинарных. То есть, если мы возьмем еще и количество коробок, у нас получится 7 цифр. Нам это не подходит. Я там пошел, посчитал количество тарелок разложенных и количество табуреток. То есть я подкинул значение 6, по-моему, там сколько этих тарелок, и подкинул значение 2 количества табуреток. Ни то, ни то не сработало. В общем, порядок более-менее известен. Что искать? Более-менее известно. Где-то я какую-то мелочь упускаю, вполне очевидную. Отложу пока что этот вариант. Давайте так... Налево идти, там очень крутые чуваки, на, вот в доме, ну, я считаю, что мы тут практически все решили, я упускаю какую-то мелочь, которая потом решит нам эту головоломку, где-то я что-то упустил, извините, ребят. Вот, мы, наверное, сейчас загрузимся, я пойду там справа всех зачищу, и мы, может быть, или в церковь пойдем, или что-то такое, давайте посмотрим. Пока что поехали дальше. Такая маленькая интересная особенность. Мы когда пришли в бар, они все разбежались и расселись по местам. И я так понимаю, что такие моменты нужны, если ты хочешь сменить спутника или убить их всех, например. Потому что такая опция у меня тоже была. Можно также их немножечко пораспрашивать про личную жизнь. Вот. Чего я пока что, наверное, не сделал. Интересно. Ну, то есть будем иметь в виду, что тут есть такое местечко, куда можно... скинуть свои старые кости. Так, эмо. Красная травка. Пошел дальше шерстить это все. Ребят, тут смотрите, какая штука появилась. Я в прошлый раз тут рисовал, хотел сблизиться с богом. Блин, я забыл, кто там, который мне даст лечебный шепот. А я тут, ну, обычно этот символ тут не реагирует. Я решил нарисовать этот символ, выросла вот эта статуя. Можно сохраниться, я так понимаю, безболезненно для себя, что ли? Одноразово. Сейчас попробуем. Ух ты ж я. Так, ну наверное, давайте. Я так понимаю, что это помолиться, сохраниться без... Да. Без попадания в хекс, без всякого такого. Я там убил парочку Бобби, чувака, пришел сюда, отпилил им головы. Есть зачем сохраниться, я в принципе и так собирался тут потом сохраниться. Да, но одноразовая. Статуя крекнулась. Хорошо, хорошо, меня вполне устроит такое. Кстати, какая там серия шла? Я узнал, что в игре есть спринт. Чертов спринт. Офигеть, он потихоньку останавливается. То есть тут нет такой вещи, как быстрая... Ну, по крайней мере, я не видел. Скорее всего, есть быстрая ходьба, все дела. Но тут есть чертов спринт. Так, что у нас... так себе состояние у всех, честно говоря. А, кстати, вот то, что я в баре их заново перенабирал, в том порядке, в котором я их перенабрал, в таком же они стали, то есть порядок боя, наверное, немножечко поменяется. Ну, такой, короче, ладно, сохранились на не самом плохом месте. Я пойду еще справа немножечко зачищу, потом вернемся сюда. Кстати, ребята, сейчас пока ходил, вспомнил, что, наверное, надо бы сказать на пленку это. Ну, на пленку я нашел пленку, поэтому это надо сказать на запись. Я вспомнил, что на 5 уровне подземелья, там, где, ну, в общем... Там был проектор, помните? И туда можно было поставить пленку. Я тут нашел пленку. И тут же был портрет того молодого человека какого-то. Причем солдат я убил. А, надо бы с него шмотки сейчас одеть. А вот, но не суть.
Я тут, кстати, случайным образом также выяснил, для чего нужна грязная туалетная бумага. Это останавливает кровотечение, но дает заражение крови. Офигенная штука. Не, ну я понимаю, что там на безрыбье, как говорится, да? Но это уж прям очень радикально. Я не уверен, что я когда-то решусь на такое. С другой стороны, жизнь не такое заставить сделать. Надо будет пойти там сейчас лутануться. В общем, ладно, ребят, там дальше увидимся. Погодите, тут что-то интересное. Предложить пожертвование. Я думал, я сейчас дам головы, а мне тут предлагают отдать портрет молодого мужчины. Я даже не знаю, насколько это правильно. Нет, давайте... О, мертвого ворона можно отдать, 17, 16 голов можно отдать. Так, вот это да, неважные головы давайте отдаем. Да, я случайно, кстати, нашел мертвую ворону, без понятия, что это оказывается, это тоже подношение. Так, пришли с подношениями, вы получите 16 осколочков, из которых мы можем скрафтить себе сейчас. Так. Секундочку, ребят. У меня, кстати, тут появилась крафт-армор. Я нашел себе вот такой вот армор. Но дело в том, что он дает довольно-таки хорошую защиту, но он очень сильно снижает агилити. То есть я буду очень плохо... Не то, чтобы я сейчас хорошо уворачиваюсь, но это нужно какого-то танка одевать. Я даже без понятия. Значит, минуточку, крафт-айтем. Давайте я соулстоун и покрафчу себе. Оно еще такое ровное количество вышло. Хорошо. Так. Давайте почитаем, что за ворона. И что за... Я вообще не думал, что это будет подношение items. Они у меня... Где они у меня вообще будут? У меня, кстати, есть, да, одна ловушка. Хе. Вот. Я ее сначала хотел использовать на солдата, но потом понял, что солдата я и так забью. Вот это можно будет на ту троицу, на толпу использовать, если вдруг что... Шиллинги, так, это все классно. Вот, мертвая ворона, которая недавно начала разлагаться, она отвратительно воняет, и в ней также есть несколько личинок, супер. А портрет, вот портрет, старый портрет молодого человека, так, выглядит так вот, фото было снято в поздних 800-х, 1800-х, лицо человека расцарапано, и его невозможно опознать. Ну хорошо, я даже не знаю, ребят, давайте я их отдам, посмотрим, что будет. Давайте принесем портрет, да. Так, как ты вовремя проголодался. Значит, воздух в комнате охлаждается и становится гуще. Становится тяжело дышать. Блин. Что ты такое? Сияющий. Я это понимаю. Embrace your flaws, embrace the imperfection, embrace the destruction. Как вовремя. Значит, примите несовершенство. Несовершенство. И да, в общем... И что ты... Погодите, а зачем ты меня вообще призвал? Какого черта? Зачем ты доставляешь мне проблемы? Мы дали вам, людям, способность призывать нас в любом... Так, погоди. Не тревожь меня опять, если у тебя нечего предложить. Что, извините, кто? Ага. Ворона, да. Ага, это... Нет, дружище! Нет! Я не сохранился! Свали от меня! Чамбра, как тебя там? Слушай, иди ты лесом. Призвал на свою голову. Он будет за мной гоняться? Не будет. Он там останется, не там. Где он вообще?
Постойте, вы меня не так поняли. Черт, ладно, ребят, погодите, я хочу еще кое-что сделать, потом вернемся на его к черту. Я, в общем, ребятки, вспомнил, что у меня в поезде был еще не начертанный круг. Я пошел туда, опять хотел начертить символ, чтобы пробраться к лечению. Но каждый раз, ну, и в гостинице, и здесь, каждый раз, когда я черчу тот символ, который мне нужен для близости к тем богам, которые мне нужны, круг не реагирует. Но я так понимаю, что это из-за несовместимости круга. Я все-таки, к сожалению, вот сколько времени, я до конца еще не разобрался во всем том, что здесь происходит и могло бы происходить. Кстати, насчет кослика. Да ну нафиг, подожди, чувак. Это при том, что у меня есть еще всякие вот эти вот, извиняюсь, копыта и все вот это говно, которое я собирал. Я думал, что дохлые вороны, это все туда же, в ту же сторону. Однако одного вызвало, оно что-то там недовольно уехало обратно, второго вызвало, оно на меня чуть не напало. Но этот медбой, он изначально был агрессивный, поэтому я, наверное, даже не надеялся, что я с ним буду разговаривать. Дело в другом. Мы сейчас с вами... Я там с каким-то богом все-таки сблизился немножечко. Мы сейчас с вами пойдем в гостиницу, сохранимся. Я хочу уж, может быть, что-то прокачаю, не прокачаю, посмотрим, как оно будет. У меня теперь, по крайней мере, для прокачки есть немножечко душ, которые мы насобирали. А потом все-таки, да, как вы советовали, пойдем в церковь. Так что, ну, я вроде как что-то где-то как-то делаю, посмотрим. Ну, мы сейчас уже будем, получается, на вечер второго дня, если я все правильно понимаю. То есть у нас к развязке не так много времени осталось. Я тут еще ни черта не сделал. По крайней мере, у нас было одно халявное сохранение. И на том спасибо, учитывая, как тяжело здесь достать сохранение, что здесь творится. Ладно, ребят, сейчас посмотрим, что будет на сейве, потом пойдем дальше. Ладно, ребятушки, мы в церкви. Произошло крайне досадное недоразумение. Я, в общем, зашел прокачаться. Прокачал, у меня там улучшилось, да, в самом деле, отношения с одной веткой богов. Я прокачал гниение. Уж не знаю, что это такое, посмотрим, как оно работает. Ну, спичечки пришли. В общем, еще пару вещей прокачал. Ну, потому что души есть, девать их некуда, поэтому какого фига. Да, я помню, вроде где искать. Интересно, если я прочитаю записку, не прочитаю. Сейчас посмотрим. Duct tape. А, ну, давайте я прочитаю записку. Так вот, я прокачал некоторые умения, да, и проснулся. Я тупо не сохранился. И мне пришлось еще раз уснуть, чтобы сохраниться, потому что я уже прошел слишком большой отрезок всего. Час утра третьего дня. Вот. Это печально, мне не нравится, как это сделано, вот эта система сохранений, к сожалению. Я понимаю, что это для хардкора все дела, но ёпперс это, а вот что делать в таких случаях, когда, ну, просто по невнимательности. Так, Craftsman Note, давай я прочитаю, в принципе, я уже знаю, где искать. Да-да-да-да-да. Давайте походим, посмотрим. Во-первых, наверное, можно бы нарваться на вот этих чертей тут наверху, посмотреть, что это такое вообще. И с чем его едят. Вот этого... Нет! Я забыл, что здесь можно упасть. Огромное спасибо. Просто огромнейшее спасибо. Мне даже, кстати, не написали ничего. Ты там повредил себе то-то, сё-то. Просто минус дофига. Вот второй раз я нахожусь в этой церкви, второй раз, черт побери, я падаю. Ну как так можно? Никогда не думал, что скажу это, но, по-моему, в тех же самых соусах проще передвигаться по балкам, чем здесь. Какой же ужас. Надо четко измерять все свои шаги, все что... Вот там какой-то меч.
Экскалибур. В общем, нужно будет посмотреть, что тут за утырки ходят по балкам. Этого я срезал в прошлый раз. Пусть летит себе в свободное падение. Пойдемте. Попробуем с одним из них попадаться. Да, нам там еще вниз надо будет. Иди сюда. Мы недавно сохранились, я могу себе это позволить. Мне кажется, ему надо... По ногам будет. Ладно, сейчас посмотрим. Он бежит на тебя. У тебя даже нет шанса с ним поговорить, понятно. В смысле, по... А вы вообще нормальные? По его присухе бить? Ну там что-то булькает, попробую вон туда ударить. Минус 19. А, замедляется из-за того, что у него закончилась дыхалка. Хватает ртом воздух и падает на колени. Та-та-та, погоди. Ладно, давайте обычным 2 шиллинга. Я, кстати, там же пошел, закупил, сломалось. У меня есть еще одна, я нашел еще одну. Об эту бошку пила сломалась, отлично. Это была ошибка, да? У меня больше нет пил. А зачем мне со вторым драться? О, тут можно спуститься, погоди. Они, в принципе, вроде как... Не хардовые, черт его. Blue Wild, отлично. Pep Pills. Вот наш другалек. Давно упочил. Так, вот здесь. Да, вот здесь. Болткаттер, 2 болта, дактейп, водка. Да, содержание не поменялось, кстати. Мне не осталось пил, это печаль вообще. Фрагмент ткани, это все, конечно, тоже хорошо. Мы потом поверху еще полазим, наверное. Я просто здесь, ну, практически. Ага. Мне, возможно, сюда придется как-то упасть. Или слезть. Посмотрим, как оно получится. Я тут практически впервые, но это во второй раз, конечно, но... О, открыть. Но в тот раз я не успел ничего тут толком посмотреть. Так. Ясно. Возможно, их можно... Ну, возможно, можно, да, отличная тавтология. Возможно, их открыть как-то получится, но... Пока что не в том положении, в котором я нахожусь. Посмотрим. Так. Лесенка наверх. А туда дальше что? А туда ли дальше сундучок? Посмотрим. На самом деле сегодня... Ну да, я начал записывать, и мне начало не вести. Пока я снимал... А, кстати, что я делаю-то? Я же не оделся... Сейчас, ребят. Нет, не то. Скиллы, это, конечно, красиво и хорошо. И даже, наверное, не ты. Вот ты. Да, точно. Значит, equip. Армор. Вот смотрите, есть вот этот вот армор. Он типа неплох, но он agility минус 10 сразу. О, chainmail dress. Неплохо, плюс 1. Есть вот бременское это. Кераска, так и на голову можно вот бременский доспех едеть. Из аксессуаров. Фига себе. Так, а ты на что даешь?
А, это для колдовства более этого. Так, давай ты пока щит оденешь, чтобы тебе с этим удобнее было. Ты у нас другалек. Может быть, вместо жакетика тебе накинем вот эту кераску. Магическая дефенса меньше сразу становится, а тут еще и агилити. Ну, кстати, у него и так ее немного. Может, вот эту ему в самом деле он стреляет. О, я же об этом пожалею, да? Скорее всего. Давай мы тебе это оденем. Будешь у нас танковать. Вот, а ты, получается, вместо комбат-джекета оденешь leather armor. Потому что просто лучше. На голову тебе нечего одеть. Можно у нее убрать. Она ползать, наверное, будет. Давайте мы тебе вот эту душу накинем, потому что вроде как ей какие-то Когда она потеряла руку? Когда я... Черт, это случилось до сейва или после? Это печаль. Ладно, я где-то провтыкал это. Серьезно, я это просто где-то провтыкал. Это отвратительно. Так, там валяется эта туша. Вон, мне, наверное, сейчас эту люстру. Угу. Вот, болт каттерс. Отлично. Пропила землю. Супер. Вот для чего мне нужен был болторез. Рез. Болта. Рез. Если вы помните, откуда это. Это такой кусок кринжа, но это запомнилось, знаете. Типа, если это тупо, но это работает, это не тупо. Поэтому, да, Нива. Там мы с тобой нашли болторез. Пойдемте посмотрим, что там люстра пробила. Не зря же я эти все махинации-то проворачивал. Да. Туда можно спуститься. А погоди, сначала посмотрим, что там. Там темно, пахнет фекалиями, кишками. Ну, отлично, все как мы любим, давай, поехали. Слабеет от голода. Погоди. Мы сначала похаваем. Давай мясной пирожочек ужрем, и теперь можно вниз идти. Чтоб сразу... да, фекалии вижу, наблюдаю. В смысле, и кишки. Так, очищающих талисманов у меня добавилось неплохо так. Синие это. Я еще закупил, кстати, синих бутылочек. Так, локпик очередной раз меня спасает. А как мне туда попасть? Там монетка, я хочу. Допустим, я, можно, кстати, могу с пока везет. Eyeglasses. Eyeglasses, а не eyeglasses. Так, иди сюда. Ты у нас в очечах? На. Прям в тему тебе будет. Тут, наверное, такая же тема, как монокль и очки. Типа, монокль улучшает, очки еще больше улучшают. В общем, маленькие ключи с навыком lockpick, они вообще больше не нужны. Ой, там какая-то херня сидит. Вот то опасное, да, которое там ходит, я понял. А ты опасная, не? А, это обычный этот, скорчер. Кто теперь смеется? Кто теперь смеется, я спрашиваю. Я нашел самое безопасное место в гнилом городе. Кто теперь самый глупый? Ага. Там есть проход, а тут... Что ты за... Тут какой-то слизняк, я его раздавил. Я уж не знаю, насколько это хорошо или плохо. Давайте, я его ушатаю, чтобы он мне тут воду не баламутил. Даже несмотря на то, что ты гниешь, должно быть что-то, что ты хочешь. Да. Разорвать тебя на части.
Так, хорошо. Он задефанный? Погоди. Давай я ему сначала руки тогда оторву. Если получится. Я думаю... А, не, нормально. Нормально, нормально. Давай без... Без заражения, тварь. Я думал, что она что-то из себя представляет, типа табак. Это немножечко... А я ему голову не могу отпилить. Ну что, я сломал обе штуки, а башку вот этого вот тупорылого. Мои слова сейчас... Это, короче, не передать то, что я сейчас чувствую. Отлично. У меня две травки остались. Мы потихонечку приходим к фиговому положению, когда меня будут травить, и мне нечем будет лечиться. Красота. И как раз я проголодался. Так, фу, давай пирожочек слопаем. Так, и зачем мне это все было? Что-то написано на бумажке. Я их слышу всю ночь. Они ходят по темным коридорам. Мы для них просто агнцы для заклания. Ждем своей участи. Но я уверен, что с этой стеной можно что-то сделать. Ладно. Туда, наверное, вниз можно пройти. Сначала нужно с этим подраться. Я уже после этого не уверен, с кем и как я хочу драться. Идите нафиг. Дратуйте. А что у вас тут? Кровь выглядит относительно свежей. Вы можете видеть силуэты отражения в крови, которые не поддаются узнаванию. Да блин, чтоб тебя. Вовремя винда, конечно, мне тут такая. Опа, держи. Гниющее мясо. Отлично, всегда его любил. Копыта, опять же. Офицерский меч очередной. Миллиметровый пулик. Ну, для начала он был хорош, этот меч. А, ну, но сейчас... хочу ли я... Я не уверен, что я хочу идти к тому чуваку. Ну, посмотрим. Ладно. Ёпарасете. Пульки мне, конечно, дают. Спасибо вам за это. Иначе бы я вообще загнулся. Мне пришлось бы использовать люгер. Мне кажется, что люгер гораздо хуже, чем винтовка. Кстати, да, ребят, насчет того, можно ли стрелять. Вы написали, что можно стрелять, типа, как из лука вне боя. Как я вообще shift нашел? Я думал, что shift'ом стрелять. Наш маг, он не умеет пользоваться огнестрельным оружием. Оно на него не одевается. Я так понимаю, чтобы пользоваться оружием, нужно, чтобы оно было на главном персонаже. Если я что-то не втуплил... Ой, блин... Похоже, статуя что-то держит. Дотянуться и забрать. Забрали. Мне кажется, что вы держите что-то огромной ценности и важности и в ашпе. Мне показалось, что там что-то встало. Ага. А проникнуть, наверное, сюда можно только через ту камеру, да? Если, ну, хорошо, пойдемте, пойдемте. Сделаем свою жизнь сложнее, откроем... Иди ты! Я этого не хотел. Твой отец. Не особо может разговаривать. Но его это проникает прямо в твой мозг. Ты слышишь голос ниоткуда. Ты понимаешь, что это существо не из этого мира. Его мотивация в человеческой юрисдикции. Ты чувствуешь невероятную жажду крови. Ты же хочешь крови? Я могу тебе устроить. А, то есть он не особо хочет разговаривать, он типа... сосредоточился на вас, но ничто другое ему не интересно. Ну, красота же, да? Так, скилл ран. Попробую убежать. Я не хочу сейчас с ним драться, к тому же у меня вроде как
Парти пытается убежать. А, погодите, но я... А рука у него отросла! А чтоб тебя? Я думал, я ему руку-то отбил. Давайте так. Отстрелили. Но у него еще щупальца остались. Не надо на меня тут своими зеньками. А, блин, вот это мне не нравится. Так. Давайте лупим ему в торец. Да в смысле ты промазала? Ах ты ж. Вот что это за улитки. Вот что с ними надо делать. Ожерелье. Неплохо так. Use necromancy. Нету тел, которое можно было бы вернуть. Так, погоди. Нет, не то. Вот это. Equip. Так, Magic Defense. Ну, хорошо, давай. Мы, в принципе, неплохо одеты. Ну, относительно, конечно. В этой игре нельзя быть ни к чему-то готовым, ни хорошо одетым, ни что такое. Где взялась-то вторая улыбка, улитка? Да. Все, до свидания. Ты меня не видел, я тебя не видел, все хорошо. Моя твоя понимать. Хотя это вариант. Можно бы сходить туда. Да, кстати, можно бы и по... Можно бы... О, я понял, куда я хотел бы, наверное. Я бы хотел сходить и посмотреть пленку. Что-то я про нее забыл в суматохе. Практически полностью. А, здрасте. Наверное, нет. Мне бы пилу где-то найти. Было бы прям шикардос. Нет! Улитка. Улитка, иди ты к черту, мне не до тебя сейчас. У меня там проблемы покруче. Похоже, это моя загрузка пришла, потому что я этой штуки ничего не сделаю. Она уже никуда от меня не... Блин, поисследовал, чтоб тебя... Поисследовал, блин. Ну, в принципе, так два удара ему в торс проходит, потому что руку с первого раза спалили. Да-да-да-да. Фу, хорошо хоть промазал. Я что-то так и подозревал, что они начнут бить своих, но только я думал, что... Ты что такое вообще? Мне его за два удара добить надо, иначе по мне попадут. Это вообще некрасиво. О, хорошо. Да, я просто пройду. Угу. Нет, я тебя понял. Ну, типа, да. Это местный ворон, да? Оп! Оп!
Да-да-да-да-да, мне тоже смешно. Мне тоже смешно, чувак. Я оценил. Я же говорю, вот я и приехал на загрузку, потому что я это не смогу победить. 921! Сколько там жизней у этой чертовой руки было? Ну, типа, теоретически, да, я могу его... Знаете, просто попробовать, просто теоретически попробовать. У меня Light Blue только одно осталось. Ага, отлично, надо было хотя бы подготовиться хоть как-то. Не, погоди, просто... Она ее убила. Оставила без рук. Отлично. А, так, реваемся максимально. Мне интересно, что будет, если ее победить. Я все равно уйду на загрузку, да. Укуси ее там за руку два раза. Самое время промахиваться. Отбили. Отбили. Погоди. Айтем. На Беллу. Айтем. Где тряпка? Вот. На Беллу. Разум у них, кстати, вообще в ноль. Так. Леви, нет, погоди. Айтем. Нет, не айтем. Эквип, да. Надо ему хоть какой-то вепон в руки дать. Тот же офицер с кимична. Хорошо. Можно было ему люгер дать, пофиг. Значит, Оливия. Бей по ноге. Продолжает издеваться. Давайте выбиваем ему ногу. Чем ты там дерешься? Да, очень смешно. Значит, погоди. Ревап. Торс, а Белла у нас без рук. Значит, а Белле можно использовать вещь Blue Vial на меня. Вылечишь меня, по крайней мере. Я не знаю, зачем я это делаю. Мне просто интересно. Знаете, вот из принципа попробовать, выиграю я эту схватку или нет, вот четвером. Там жизни, по-моему, просто миллион. Но это очень, очень толстая тварь. Если у него у рук было там поскольку по 2000 жизней, что-то такое, то мне кажется, это просто жесть какая-то. Чем оно атакует и сознание. И
двумя клинками просто уничтожает твой отряд. Даже когда у него нету клинков, оно просто продолжает драться. Есть, мы его убили. Остались все просто без рук, покалеченные. Так, на, побей его. Наверное, он умер. Да, да. Смертельная маска и бронька. Ну, типа, хорошие вещи, скорее всего. Где эта сраная улитка? Куда она уползла? Так, хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, я понимаю, что я сейчас уйду на загрузку, все дела, но оно тут одно такое, или оно, ну, как ворон? Стой! Стоять, скотина! Фух. Не, погоди. А как мне обыскать? Они мне... Я не могу теперь... Так, газовая маска. Кстати, газовая маска, на удивление, это не шапка, это аксессуар. Орнамент. Он там защиту дает, маленький ключик. Все, конечно, хорошо. Я ее почему еще, наверное, хотел бы убить? Я хотел бы походить, посмотреть, что тут... Дратути. А могу? Пожалуйста, могу? Могу, могу, могу. Так, хорошо, это мы шорткат себе открыли. То, что я эту фигню нарисовал, оно что-то... Не было сказано, что не произвело эффекта или что-то такое, да? Да. Я уверен, что я там что-то еще не облутал, но... Здравствуйте! Вот куда это? Ага. Ага. Чувствуете, да? Как Dark Souls'ом запахло. Шорткатики через пол игры. Тут уже все мои ребята готовы с отрубленными головами лежат. А, ну тогда... Тогда самое время закруглиться. Короче, я так понимаю, что мне просто не повезло, что эта фигня вылезла. Там это все можно пройти относительно спокойно. Предлагаю следующую серию начать примерно вот отсюда. То есть я еще раз приду, зачищу церковь. Там не так много народу. Вот, мы с вами еще раз придем, пощупаем все, что тут есть. Я надеюсь, что на меня не вылезет эта бабайка. Такие через так. Как мне туда вниз попасть? Погоди. А, вот здесь. Че я туплю-то? Вот сюда можно зайти. Шотган. Сейчас у меня, кстати, шотган есть вообще или нет? Я знаю, что у меня есть блюгер и есть винтовка. Ритуал. Что? Нет, погоди! Угу. Я случайно кликнул, я же говорю, ладно. Тут есть два кольца. Вот. Вот, кстати. Еще сюда надо будет наведаться. А, как она прикольно одной отсутствующей рукой пытается крутить коляску. Короче, ребят, да, я вижу... Знаешь, куда можешь сходить? Да-да-да, я тебе предлагаю сходить именно туда. Потому что все, ребят, на этом будем заканчивать. По крайней мере, сейф у меня тут недалеко. Место до церкви зачищено. В самой церкви, ну, там, в принципе, сразиться с этим чуваком наверху, потому что мимо него я не пройду. Получить... Там саму церковь полутать, получить болторез, срезать люстру, прийти сюда вниз, раздавить пару улиток. В принципе, это все недолго.
я не знаю, контента на сегодня направилось. В общем, смотрите, первая часть Дюшки, она была у нас, получается, про гостиницу и про код. Я там изложил, такое ощущение, что это было вчера, хотя это было часа полтора назад. Эта игра творит какие-то невероятные вещи. Короче, ребятушки, я не могу в нее по-человечески нормально играть. То есть, вот часовая серия, я уже который раз это повторяю, но часовая, черт побери, серия, она занимает у меня часа 3,5, уже 4. То есть, до этого она пару часов занимала, сейчас приходится и переигрывать, и передумывать, и пересматривать, как оно что, то есть, свою точку зрения пересматривать. В общем, это очень ресурсоемкая штука. У меня получается, я сажусь записывать серию, у меня на это уходит целый вечер, черт побери, поэтому серии выходят не так часто. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Вот. Ну, каким-то образом мы движемся. Сам удивлен. Вот. Значит так, насчет дома. Я, в принципе, понимаю суть, я не понимаю, где вот эта та мелкая деталь, которую я упускаю. Насчет церкви. Мне, в принципе, все понятно относительно. Мне интересно насчет вот этой фигни двурукой, ну, с двумя ножами, которая на меня из гроба вылезла. Вы сказали, что она может вылезти из любого гроба. Окей, я это принимаю, я хожу в страхе, блин, по всей игре. Один раз расслабился, она на меня обратно вылезла. А, дело в другом. Если я его, ну, чисто теоретически убиваю, оно тут одно или их еще может вылезти? И, ну, просто, если уж оно как-то вылезет, стоит ли прикладывать силы, чтобы с ним сражаться? Ну, оно же уже здесь, то есть я просто сбегу на другой этаж, оно исчезнет, оно, скорее всего, не исчезнет. Хрен его, короче, как это получается. В-третьих, в-третьих, все, наверное, начнем уже следующую серию с церкви, я тут немножечко полутаюсь, этих улиток подавлю, надеюсь, на меня не вылезет эта чертовина, и мы с вами уже пойдем дальше вот этот нижний этаж исследовать. Мне кажется, я там еще не все посмотрел. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.